Поставь лайк за 3 секунды, если ты хочешь 1 миллион долларов. Ребята, всем привет, с вами как обычно, Слайкмас, Мистер Жаба, Сергей РЗ, а также наши подписчики. У нас сегодня будет гражданская война в России в Брикриксе. Папа, всем привет. Йоу, ребят, всем привет. Да, друзья, у нас сейчас на дворе 1917 год. У нас, друзья, сегодня будет мега-эпичная война, мега-эпичные битвы большевиков против Российской империи, против Российской армии. Короче, красных против белых. Чё, давайте, всё в принципе, есть, да, начнем, ребят? Мы уже бежим в бой. Да, друзья, обязательно сразу ставьте лайки, не забывайте. Громадный царский лайк, дружище, влепи, да, прямо сейчас. Души, чтобы ну было. И напиши, конечно же, комментарий, что ты еще хочешь увидеть у нас в Брикриксе на каналах. У нас, короче, друзья, по городу заспавнены танки, марки пятые, да. Самцы, там самки, это вот самцы у нас. Двое, у вон я вижу чувака. Ой, чуваки, не вступать в бой, за мной. При этом у Славика снайперка, он снайпер в этом бою. Кстати, в этом... да, он снайпер. У меня снайперская винтовка, друзья, так как, снайперов. По сути, мы воюем против регулярной армии, против российской армии, да, Российской империи. Из-за этого у вас как бы есть танки, а так как мы бунтовщики, у нас, друзья, всего один танк, у вас как бы два. Хотя мы можем, друзья, захватить все три. Смотря кто успеет. Давайте за мной, пацаны, давай. Миша, там никого нет. Идите кто-нибудь спереди идите. Никого нет, Миша. Чтобы я вас прикрывал. В каком еще центре? А Эмфэтмен, давай к нам. Вижу одного. Ой, тут танчик, назад, пацаны. Кстати, надо танк захватить. За мной. Готов? Давайте вот сюда, в переулочек. Опа-на, они здесь, они сзади, алё. Ой-ой-ой, ребята, входим. Кто сзади? Там чей-то танчик тут был еще, сзади. Кстати, может захватить. Смотрите танчик? В оба, здесь могут быть противники. Это наш? Нехт поехал. Тихо, я слышу танк. Конечно. Я слышу танк. О, я возьму себе автомат еще. В качестве дополнительного оружия. Почему бы, собственно, и нет. Чего, автомат? Да, я, короче, взял себе снайпу и автомат. Миша, о, здесь война идет, я понял. Чуваки, назад. Так. Сметана, зачем же по своим стреляешь? Я тебя поднял. 33 хп, офигеть, ребята. Миша, я бегу тебе на помощь. Давай. Беги, скорее, я троим пытался просто нанести мгновенный урон. Минус Серега. Я его не знаю. Здесь танчик, пацаны! Отступаем. Я бегу. Где ты сзади? Да я уже не успеваю, да, к тебе, братан. Да успеешь. Тут целая толпа возле меня стоит. О, все, Серега, тебя не поднимут, это уж точно. Тихо, по нам стреляют. Минус, Марина. Ай-яй-яй. Ай, стрельба. Этот чувак, не стоп, блин. Не бегайте возле меня, не бегайте, вы мешаете стрелять. Серега, я бегу к тебе. Это ты валяешься? Тут танк, огонь по танку. Пацаны, тут танк как бы, алё. Надо его как-то уничтожать. Надо вражеский танк уничтожить. Прямо. Вот это надо поднять, вот этого чувака. Поднимаю. Я прямо там, дальше прямо я. Да я знаю, где ты. Так, за мной, прикройте меня кто-нибудь. Я там валяюсь среди них, да. Ай. Будь осторожен, братан. Чисто осторожен будь. Я туда не пойду больше. Подождите, мы что, всех завалили? Подожди, откуда по мне стреляют? Марина, это твой шанс меня поднять. Откуда стреляют? Они меня контролят, слышите? Они меня контролят. Откуда по мне стреляют, стоп, я что-то вообще не пойму. А, сзади! Да ты меня видишь, Серёг, ты можешь пока что пробраться. Да, не пока там за... Да. Беги только, обходи. Тут наши валяются. О! Чуваки, я поднял вот двоих. Они все за желтым. Поднимайтесь, быстрее. За мной, здесь чувак. Да, вот, он тут рядом. Давай еще, беги. Блин, не смог. Откуда? Да, не смог. Полтомока и Марина, давайте, пацаны, быстрее. Я их убил. Нет, все, походу, убили. Всех убили. Я всех убил. Все, друзья, второй бой, поехали. Так, все, за мной. Побежали. Прямо отсюда спрыгиваем. За мной, просто вниз. Давайте вот так вот пойдем. Вот так вот. Давайте, все красивенько. Вниз. Вниз. Скратим путь, волшебно. Все за мной. Энсори тоже, давайте. Сразу, пацаны, захватываем танк. Садитесь в танчики там. Да, кстати, а вы знаете, за какую именно вы сторону играете? За красных вы играете? Нет, мы за красных играем, алё. А, точнее, да, вы за белых играете, да. Вы за империю играете. Пожалуйста. А мы за коммунизм. Спасибо. Так. Ну я, в принципе, бегу. У меня, друзья, короче, автомат есть и снайперская винтовка. Я просто маджал у чувака, убил его. У меня танчик уже есть. Я уже закаленный в боях. Ветеран, можно даже сказать. Так, пацаны, не просто так бежим, не открываем огонь, только когда я скажу. Кто-то стреляет. Не открываем огонь. Мне вот интересно, а зачем мне танки, если пока что. Ого, как он быстрый! Противники. Пацаны, противники уже захватили один танчик. Я видел, где уже два сало танчика захватили. А, вы уже два? Надо обходить. Так, кто пацаны, я захватываю танк, а вы возле меня. А я даже знаю, где вы. Я вас вижу. Да я тоже знаю, где они. Возможно. Кстати. Серьезно? Блин, так быстро? А пулемет есть у него, этого танка, или нет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
все, они в центре, ребята. О, Миша возле стоянки, давайте к стояночке. Нет, это не я. Так. А. Не я там был. По нам уже идет стрельба. О, подбил танк первый. Все, уничтожил. Там Серега бежит. Сейчас убью его, все, убил. Да ну, нет, Слава, в смысле, как не убил? Тебя взрывом убило, братан. Это нечестно. Я кого-то убил, Быстрее. Миша, подними меня, Уничтожен, Марина. Все, мы ваши танки уничтожили. Так они в центре там? О, вижу, огонь. Ой, не попали. Блин, да, ну ладно, все, продолжаем. Бежим. Так. Беги, я вижу их. Видишь, а где ты, раним этот танчик? Я вылез с своего танка подбитого. Серега живой, капец, друзья. Да? Я же вроде, блин, подбил. Накрыло просто. Опа-на. А это кто у нас? Кто это у нас такой, а? О, кого-то убил. Хороший. Да ё-моё! Уже расстрелял. Так в смысле, как я промахиваюсь? О, убил жабу. Кто? Что меня через здание убили? Алло, я вот тут вот стоял. Миша, я тебя убил впритык. Ты что делаешь? Ладно, так меня с базуки убили. Миша, я тебя с танка убил, алло. Так где танк у меня вообще в здании? Миша, я прям перед тобой. Я перед тобой. Смотрите, ребята. Я прям перед тобой выехал, убил. У меня два танка. Миша просто терминатор. Его танка в здании. Сначала танк прибил, потом переехал, а он такой встал и нормально. Понимаете, у меня два танка, они в здании. Что-то какой-то у меня пехотный танк быстрее автомобиля. Серега находится, где каньон. А, его убили? Ребят, переспамьте танчики. А, все, мы победили. Все, друзья, продолжаем. Давайте. Продолжаем. Снова, пацаны, десантируемся отсюда. Давайте, сразу танк идем захватывать. Кстати, у меня есть снайперская винтовка, я могу использовать ее как истребитель танков. Ну и он улетел. Ну это Брикрикс. Ты что думал? Да. Че ты думал, братан? Миша Халк, оказывается. Контейнеры бывают, улетают вообще в космос. Да че, они как какой-то. Так, все за мной бегут? Вроде все. Да, пацаны, давайте. Пух, реально. Захватывайте себе вторые автоматы. Да, захватывайте танчики. Танчики сейчас захватываем. Но опять же, да, у вас два танка, по сути, всегда. А я у нас только один. Пойду. Ну, у нас, правда, какие-то танкисты очень имбовые. В скобочках я. Да, Славик, у нас все профессии сразу. Я и снайпер, и штурмовик, и танкист, и истребитель танков. А ты знаешь, кто все танкисты? Это прям для тебя. Миша, все танкисты нормальные люди. Это Славики, да. Нет. Это Славики. Кто играет в игры про танки, тот молодец. Фэтмен, давай, ладно, едь. Потом еще мне танк отдашь. Я пока, давайте, буду реально истребителем танков. Ой, а что у меня опять танчик в здании? У меня, короче, полупротивотанковое ружье, полуснайперка. Переспамьте себе танчики, ребят. Переспамьте себе танчики, а то у меня не в здании почему-то. Минус култаворка. Вот. Сметана, назад, там же танк, зачем? Ты что, не подобьешь, пацаны? Смысле, я отжал танчик. Кто сказал, что я палюсь? Ой, он живой. Я не палюсь. А, уничтожен. А, нет, еще, друзья, он не уничтожен. Как ты это сделал? Все, Серега. А я не палюсь, пацаны. Нормально, да, так? Просто ты Серегу убили? Сертухи меня сразу же убиваешь. Серьезно? Серегу убили? Да, я Серегу завалил. Ты на том колесе у меня едешь. А у меня, кстати, танки тоже как-то странно катаются. Минус Серега. Откуда ты появился? Я на танке, братан, приехал как-то. Он стоит на бусе. Короче, друзья, это лаганные танки, мы их сейчас заменим после этого боя. Так, ну я в принципе иду. Я вылажу с вертушки, тебе ну зумом даю в голову. Там у нас, друзья, дома падают. Подождите, что вообще происходит? Где выживший? Мы что, всех перебили снова? Нет. А, я кого-то убил. А, вот. Кто это у нас? Это был жаба. Больше, я так понимаю, никого. А не, еще там что-то война какая-то есть. Вообще-то, еще много? Серьезно? А что сами по себе дома падают? Сами по себе падают. Танк захватили. Потому что на меня дом просто так упал. Убил. Хорошо. Вон пацаны, они там. Просто какая-то толпа дикая. Ой, привет. Че, наш убил? Ваш танчик? Марина, у меня прогало все как-то. У меня танк ездит, короче, как в форсаже в каком-то. Да. Ой, он улетел! Он улетел! Нормально, я просто не вдохнул. Я три дня зубы не чистил, Брикрикс. Ну это жестко. Не три, а можно сказать три месяца или три года. Просто так сломался. Что вообще творится? Дома просто так падают. Ну, друзья, что-то серия вообще жестко. О, вижу чувака, убил.
Все, друзья, танки слишком имбовые. Имбовые танки. Да, это бомбежки, видимо, про. А, еще один вот бежит. Ну все, минус. Теперь. Ой, его убили тоже, да. Да, друзья, видимо, бомбежка происходила, бомбардировка этого города. Окей, сейчас мы эти танчики заменим, и все будет просто топчик. Поехали. Ну что, друзья, мы продолжаем. Давайте, 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 да, снова в атаку. Давайте, ребят, мы, друзья, заменили танчики. Мы теперь поставили А7Фау. Немецкий. Будут, да, нормальные, да, вроде наконец. Нормальные, не наркоманские, по 400 всего каких-то деталей. Слава богу. Немецкий в этот раз. Я молился просто богу. Ну, Первая мировая уже закончилась, хотя подождите, у нас 17-й год. Ну ладно. Примерно закончилось. Ну, у нас 18-й ну, уже. Да, это, да, да, это начало было в 1917. Сейчас, друзья, у нас уже 18-й год, 1918. Соответственно, вторая мировая. Ой, вторая мировая. Первая мировая, друзья, закончилась. И мы захватили немецкие танки. Давайте, пацаны, берите. Они прикольные. Это немецкие, да. Это А7Фау. У вас есть тактика? Да, тактика есть. Я и придерживаюсь, да? Угу. По нашему танку стреляют, офигеть. Ну вот, как бы, блин, я и говорю, по этому танчику стреляйте, ребят. Понятно, его друзья уже повредили. Да, не упало еще. Да-да-да. Я вижу, 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 вижу. Что вообще происходит? Просто дикость. Я по кому-то попадаю. Отстреливайте пушку танку, отстреливайте. Блин, нашему танку повредили, друзья, пушку. А, ну все, в принципе, танк уничтожен. Там чувак, ребята, ребята, ребята. Убивайте, пацаны, чувака. Прикрывайте меня. О, вроде пушку отстрелил, так, а нет, слава. Не отстрелил. Короче, у меня появилась снайпер. О! Ты не против? Нет. Ой, я кого-то убил. Все, о. Минус култамока, пацаны. Топ. У меня навыки появились. Подожди, я что, танк? Ааа, Сергей РЗ, блин. Пацаны, поднимите меня, поднимите. Энсори, Энсори сзади. Такси, давай, убей. Красавчик. Я двоих убил. Ну все получается, вы нас победили. Ну что, друзья, мы теперь поменялись сторонами. Я теперь буду играть за империю, за Российскую империю. Короче, я за коммунистов за русских. О, да. Да-да-да, Савик за меня. Пацаны. Против коммунистов. Так, давай, Миша. Коммуняга, вот коммунист. А Миша, кстати, в следующий раз будет коммунистом. Вместе с Серёгой. Ну не надо, ну пожалуйста. Миша, тебе не хочется быть коммунистом? А я буду Савиком. Да, хочу коммунистом быть. Да у Сереги, кстати, снайперская винтовка. Это его, да, остерегайтесь. Я самый жесткий. Так, я бегу, да, сразу на первый танчик. Снайперка, снайперка. А, и, кстати, да. Мы город другой, друзья, выбрали, потому что тут был разрушен. Да, переспавнили, можно сказать. Да. Так, вот, я уже все готов. Отстроили новый, пока ничего не было. Так, Фэтмен, давай, садись в танчик. Не понял, а танки-то уже забрали? Ну да. Ля, какие. А вы, наверное, не туда просто побежали. Пацаны, они где-то справа, они справа, пацаны, они справа. Пацаны, они справа на дороге-то. А? За мной, давайте, пацаны. Они здесь. О, я вижу первого. Он какого здесь. Какого ты видишь? Он здесь. Я справа. А вы где? Так, это Серега. Да? Убил его. Все. Своим бегу. Так, снайперская винтовочка моя. Как ты это делаешь? Объясни вот так, мне, братан, как. Вот так. Мы все танки захватили. Сзади, вон они, сзади. Мы все три танка, понимаете, захватили? Вообще же. Все три. А почему? Я не знаю. Зайди дома вот этого. Потому что надо вам, Серега, целенаправленно бежать на танки. Тогда захватите. Да, мне надо было сказать тебе, что надо было захватить танк, потому что такое. Так, они здесь. Давайте, танчики, прессуем их. Мы их сейчас с легкостью победим. Давайте, ладно, у вас есть подкрепление. Вот здесь. А Серегу убили, да. Блин. Минус Серега. Просто на Серегу нарвался. Давайте, вот сюда, к мостику едем, к каньону. Ой, по мне стреляют, по мне. Конечно, они там, да. Ты черт, я вроде пока не вижу. Ой, Антонио, убил Антонио. Фух. Это все наше. Так, пацаны, может, поднимет? Поднимите меня. Миша, они здесь, да? Да. Давайте, короче, Серегу контролируем. А, вот они, не здесь, да, вот. Серега, Фэтмен, контролируй Серегу. У минус, Лексик. Как ты мочишь по-дикому. Сейчас задавлю. Да все, чувак, это смерть. Убили его? Красавчик, да, вот еще вон, один. Вон, еще один. Да, вижу. Еще осталось. Так, да, убьем сейчас его. Всех перебили, серьезно? Всех что ли, серьезно? Это был очень быстрый бой. Ну что, друзья, мы продолжаем. Давайте теперь сыграем финальный бой. Я буду против Сереги и Миши. Это будет мега эпично. Да, Миша, да, не да, коммунякой, а будем. Коммунист. Против красный. Славика с Мишей, ну, мы да. Будем их убивать. А мы белые. Постараемся. Мы, кстати, друзья, специально даже такие подобрали формы. Ну, типа, у них такая была зеленая у красных, да? А у нас, типа, такая она была, ну, можно сказать... Серо-белая такая. Серенькая. Ну вот как раз, друзья, мы подобрали. У нас, вот. Вы видите, такие чуваки все бело-серые. Ребята, давайте их белые убьем. Такие, да, и против зеленых. Так, Серега, ты там уже врываешься, что ли? Где Серега? Кого-то уже убили. В смысле? Как так? Да, нет. Танки, кстати, теперь вообще в другой местности. Давайте, бежим туда. Главное, друзья, танки захватывать.
Давайте, давайте, к танкам пробиваемся. Кстати, нас меньше, да? Нас еще и меньше. И вы знаете вообще, где танки? Танки в правой части города. Танки в правой части города. Естественно, в правой, я что-то хотел. Все наши за нами бегут. Ой, стрельба идет! Култамок, отходи, отходи, отходи. Я там начал стрелять по ним, вроде бы дома. Здесь бегут чуваки. О, их там много. Ой, я снайпер нашел. Где противники? Давай, вали. О! Убил кого-то. Убил Серегу. Как ты выживаешь, вопрос у меня. Я не знаю. Да, я кого-то убил, я кого-то убил. Так, а у тебя снайперки не было? У кого снайпа-то, алло? Я не знаю, около синего дома там был, короче. Ну тому-ка, смотри сзади, я пробегусь. Давай, прикрой меня. Прикрывай. Давайте, ребята, бежим, бежим. Смотрите за Мишей, короче. Да-да-да-да-да. А чё я? Вон они, вон они! Так, все, готово. Ух! Спасибо, Миша, продолжай. Култамок, отходи, 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 Култамока. Назад, назад, назад. Ну это рядом со мной. А где? Откуда стрельба-то, алло? Так, по танкам только не бить без автоматов. Да, по танкам вообще нету смысла стрелять с автоматов, так что даже не стреляйте. Действительно. Так, надо еще один танчик захватить. А мы его захватили. А, ну ладно, сейчас мы его уничтожим. Наш танк, по-моему, подбили, ё-моё. Меня взорвался, подбили? Да. В смысле, да, а как да, так? В смысле? А в него постреляли, по-моему, он взорвался. Блин, жестко, жестко. Ну, может, куда-то попали боеприпасы, я не знаю. Но, не, он написал, что... Все-таки эти танчики старые. Миша, ты всякое с ними убиваешь? Случается. А, это свои, ё-моё. Миша, нормально. А, ну все, убил, так убил. Не-не-не-не. Полный реализм. А Мишу надо за это расстрелять. Серега, расстреляй. Такого не было. Не-не-не-не. Я не хочу терять тиммейт. Так, алло, он твоих же расстреливает. Да ладно, ничего страшного. Да я просто цвет перепутал, я дальтоник, вы чё, пацаны? А где вы, я не пойму? Я тоже не помню. Давайте, короче, встречаемся, давайте на стоянке. На нашей респе. На нашей респе? На нашей респе? А, окей, встречаемся на нашей респе, давайте. Да не на вашей, на нашей. А, на вашей. Ой, я их вижу, я их вижу! Я вижу там. Где? Култамока, а, второго места нету, блин. Стрельба сзади, что ли, идет? Я вообще не пойму. А так у вас танк-то есть или нету? Вот да. Они. По кому ты попал? Давай, я тебя прикрыл. Ха-ха. А где они вообще рулят? Это ты, Миша, там? Да не в центре. Опа-на. А, у нас подкрепление, чего? Плюс один танчик, нормально. Мы за подкрепление, как вот это? Вот так вот. Давай, 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 Култамок, он здесь. О, кого-то убил, кого-то убил. Ой! Это кто был? На меня едут, пацаны! Живу, живу! Выжил, выжил, Миша убежал, пацаны. Блин. Хорош, хорош, Миша. Давайте, пацаны, надо убить, дома, надо убить дома. Мишу. Зачем меня убивать? Потому что ты, Миш, плохой, надо тебя завалить. Серьезно? Чё ты там с вашим танчиком, кстати, делаю? Я просто его развернул. Тихо, 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 тихо. А мы со всех сторон, кстати, тут. Култамок, кстати, ходим. Да, надо поднять. А, друг друга. Друг друга, пацаны. Култамоку не смог поднять. Мяг, давай, мягт, мягт. Мяг сзади, просто задави. Пацаны, давайте, пацаны. Танчик, танчик подбивай. Мягт подбивай. Красава. Блин. А теперь заедь туда, в проезд, и подними меня. Там, правда, будет противник. Антонио, Антонио, красавчик, меня подняли. Блин. А наши все тиммейты? О, мяг, давай, 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 давай. Забеги, забеги. Все, красава. Меня подняли. Так, мягко не задави меня. Они сзади. Минус. Да ёшкин кошкин, только поднялся. Мягко сзади танк. А где, где, где? Там танчик. Да. Про танк, красавчик. Мягко там танк. Ой. Чё, на тебя что ли? Это всё, это минус. Это Миша. В смысле, Миша? Привет. О, спасибо, меня подняли. Да вас что-то много там как-то поднять и... Убивайте! В смысле, как я не пробил? Как я не убил? Лексик, тебя взорвали, все. Да! Ну что, друзья, в принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем пока-пока-пока. Да, ребят, всем удачи и всем пока-пока-пока. Всем пока-пока.